И трудно описать ту радость, какая нас сегодня обуяла, когда мы увидели вас сегодня здесь. Спасибо, что вы пришли. И, как всегда, открывает нашу концертную программу с таким приветственным хорошим словом наш директор Куликова Галина Николаевна, которая всегда приходит к нам на наши музыкальные вечера, да, чтобы поддержать. Ну, открывать концертную программу я так громко сказала. Но я очень рада вас видеть и рада вас приветствовать от имени всего нашего коллектива, который готовит эти программы, и от всех наших друзей, от всех наших партнеров, которые вместе с нами. И мы очень им благодарны. Это и Ростовская государственная консерватория, это и колледж искусств, и еще отдельно выступающие, это музыкальные школы, и отдельно выступающие артисты.